Несколько месяцев рабочие меняли старые насосы, чистили трубы, по которым поступает вода под давлением, монтировали оборудование. Всего установлено порядка 80 световых приборов, которые создают красивую композицию из водных струй. А их здесь около полусотни. Хочу выразить от нас, от всех, огромную благодарность нашему мэру Анатолию Николаевичу Пахомову, что он изыскал средства, несколько миллионов, для капитального ремонта этого, в этом прекрасном месте этого фонтана. Для нас, для наших гостей. Но мы должны с вами дорожить, любить, уважать, ценить труд тех людей, которые сегодняшний день вот это сделали. Это сооружение непростое в эксплуатации. Сейчас специалисты изучают все возможности фонтана, но уже точно знают, он нуждается в умелом обращении и специальных химических реагентах. Местные жители оценили новую достопримечательность и уверены, фонтан станет местом притяжения для отдыхающих. Я думаю, что если они каждый год сюда приезжают и удивляются, то я думаю, если они приедут в этом году, то они еще больше удивятся и будет больше восторга и радости, и много чего хорошего. Место будет намного больше знаковым, чем раньше было. Яркий фонтан на площади перед Центром национальных культур в полную силу начнет работать в мае. Водное шоу будет проходить с 7 до 10 часов вечера. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.